Снова здравствуйте, это Ара. Снова Legacy of Kain. Soul River. Я не знаю, правильно ли я телепортировался или нет. Просто в этой игре довольно странная система со всем этим... как сказать... с телепортами, с сохранениями. То есть даже, это, насколько я понимаю, это если... Чё, я здесь нахожусь? Ну, ладно, мы быстро добежим. Даже если ты... Ну, неважно, где ты сохранился, я так понимаю, ты в любом случае возвращаешься в начало игры, оттуда уже по телепортам и так далее. О, эти лаги. Ну, вообще, да, на, мне кажется, на PlayStation было точно так же. Удачи. Желательно мне это еще скушать. Если до меня долетит, конечно. Да. У душ с этим проблема. Еп. Ну, зашибись. Окей. Класс. Ладно, мы быстро до туда сейчас добежим. И надо запомнить все-таки значок. Какой там был. Символ. Просто тупо. Была бы какая-нибудь надпись. Было бы проще запоминать. То есть значки разглядывать. Эх. Извиняюсь. Ох, фак. Мы реально здесь. Эх. И умираешь. Шел отсюда. И скушаем. Найс. Это можно выкинуть. Хотя, лучше палкой избивать, чем руками. Хотя, учитывая то, какие у него, в кавычках, руки, то, может быть, и нет. Окей. Мы не так уж и далеко. Не так уж и далеко. Это мое. Да, ворот уже открыты, этих ребят здесь уже нет. Окей. Значит, все правильно. Ну, как правильно? Вон телепорт здесь. И значок вот этот. Короче, какая-то змейка, так скажем. Окей, идем дальше. Просто было бы, конечно, намного лучше, если бы система сохраняла тебя там, где ты есть. Но я так понимаю, на PlayStation такого нет. Или это редкость, не знаю. Кто-то сказал, кстати, сделать музыку погромче. Я так, чего? Ты, может, имеешь в виду потише, потому что я пересмотрел видео, и там все очень... Ну, примерно баланс неплохой, но музыка и звуки как-то слишком громко, и меня иногда не очень хорошо слышно. Так что я сделал потише, а не погромче. Это было странно. Конечно, все-таки музыка отличная в этой игре. О, привет. Эй, факбой! Эп, дэп, дэп. И поехали. Кстати, всегда казалось странным, что он его протыкает этой палкой. Потому что я понимаю, с той железкой, понятно, а здесь он его прям деревянной палкой протыкает. Воу, я тебя не заметил. Боевка такая простая, но такая приятная. Конечно, все-таки противная рожа. Странно, что эта дверь скрипит по-деревянному, при том, что она железная. А, эти лаги. Еще говорят, что... Я вообще так посмотрел, Dreamcast-версия немножко отличается. Там даже Razer по-другому выглядит, но не знаю. Я привык к PlayStation, неохота как-то скачивать другую версию. Здесь пусто. На это можно закинуть кого-нибудь, если захотим. А, эти лаги! Я думаю, так и будет лагать, потому что это... Игра требовательная для PlayStation 1, по крайней мере. То есть дело уже не в компьютере, не в эмуляторе, мне кажется, это вот действительно. Я помню, что игра лагала. What the fuck? Вообще мышь, птица? Я такого не припоминаю. Видите, какой графон, даже птицы летают. Я не думаю, что он меня нападет. Плиз, лаги. Пользовался бы другой стороной этой хреновины, в самом деле. Рейзель, goddammit. Я не помню, что это. Понятно, что нам надо еще активировать выключательную. Не помню, что... По идее... Да, мост, окей. Я, кстати, не помню, в этой игре есть вообще всякие секреты и так далее. Нужно ли мне что-то искать конкретно? Я так не думаю. Не-не-не. По идее, есть кусочки той хреновины, но я не помню. Вроде бы они обычно располагаются где-то там, знаете, в самой жопе, за какой-нибудь головоломкой и так далее. Или где-то, знаете, в стиле Metroidvania, где-то... О, я там уже давно был,
я вернусь назад, потому что у меня есть теперь способность определенная. О, зашибись, я теперь могу... Да, видно, тут ничего, я так понимаю. Я теперь могу там что-то забрать там. Что найс? Nice. Видите, здесь уже не тормозит. Что very nice. Какие-то... Какие-то сделал. А, да, все-таки разворачивается он. Окей. Но это не так уж полезно. Нам вроде подождем, тоже нельзя находиться. Или можно? Можно. Это, кстати, странно на самом деле. Мы же вампир. Нам же нельзя к воде приближаться и так далее. Ну, сейчас-то мы не особо вампир, но вы поняли, о чем я. Эта штука мне нравится больше. Окей, пришло время истории. No, please. I didn't recognize these flayed racks of flesh. Their scent was vampiric. They gnawed upon their victim's carcass like dogs. Like dogs. Ангел смерти, Эдж, Линкин Парк и так далее. Стоп. Оп. Изи. Так, мне быстро надо сожрать. А, быстрее. Окей, найс. Хоп, это мое. Так, фэгот. Видите, какой графон офигенный? Аж дождь идет. Неудивительно, что тормозит. Изи. Кстати, я даже не помню, какая там первая головоломка, которую мы встретили. Наверняка что-то с блоками, как обычно. Стандартная вещь. Во всех играх, блин, во всех головоломках, наверное, есть всякая фигня с блоками. Ну окей, когда я говорю во всех, я имею в виду в большинстве. Буквально во всех вряд ли. Есть троечка, что-то типа того. А, это человек, да. Кстати, что я читал? Я видел как-то... Не помню, где я это видел и так далее, но... Я видел, что если не атаковать людей... То и они тебя потом атаковать не станут. Так что я забью. Не знаю, насколько это правда, но, в общем-то, мне сейчас души и не нужны, так что пофиг. This charnel house bore the unmistakable marks of Melchior's clan. To what depths had our dynasty plummeted if these ghouls were the descendants of my high-born brother? Were they so debased as to recruit fledglings from the desiccated corpses here interred? Обидно, кстати, что эта серия игр вообще Legacy of Kain мертва. Буквально мертва. Последнее, что вообще относилось к Legacy of Kain, это был... как же это... Не помню, короче, как называется, но это какой-то онлайн недошутан от третьего лица. Короче, я не знаю, какого хрена, но так вот. Он вроде сносный был, я в него немножко играл. Но не советую. Плиз, мое. Спасибо. Обидно. Хотя была какая-то игра в разработке, тоже я видел. Были какие-то эти скриншоты и так далее. Что у нас здесь? Куда мне это двигать, простите? Вот из-за того, что вот камеры нельзя адекватно управлять, конечно, говяно. Вон туда, окей. И поехали. Вообще вот эти скриншоты вроде были сносные. Но может быть оно и к лучшему, что ее отменили. Может быть она была не супер, эта игра. Не помню даже, как она называется, но... Там, по крайней мере, играешь не за Кайна и не за Разиэля. My brother Melchior was made last. And therefore received the poorest portion of Cain's gift. Although immortal, his soul could not sustain the flesh, which retained much of its previous human frailty. This weakness, it seemed, was passed on to his offspring. Their fragile skins barely contained the underlying decay. Так понимаю, это первый босс, вроде бы. Эй, куда он пропал? Под землю? Чё, наркоман? А! Я и не помню, чтобы они так делали. Где он? Окей. Fuck you. К счастью, у меня есть
самонаведение по какой-то причине магическое. Ау. Сильно бьют, между прочим. Но это не важно. Плиз. I will eat your soul. Поняли, отсылка к Аффикстину. Аффикстину даже никогда не слушал. Ну, в смысле, все знают эту песню, это Come to Daddy, Come to Daddy, Come to Daddy, и так далее. О, oh, фак. А, эти ребята. Но. О, эти лаги! Знаете, ребят, послабее. Не проблема. Давай, быстрее. Окей. Но! Ау! Я нажал на кнопку. Буду все винить на лаг. Я не помню, кстати, вот эти железки, они разве не ломаются? Я вот не помню. А, здесь пусто. Как же мне нравится звуковой дизайн в этой игре. Все звуки такие классные. Но опять же, не знаю, может быть, это в основном ностальгия. Черт его знает. А, вот, про вот это я говорил. То, что лестница эта дурацкая. А, камера! Раньше оно лучше было, what the fuck? Окей. Странно. Так, у нас здесь, да, троечка. То есть в следующий раз, когда сохранимся, мы уже здесь будем. Кстати, надо сохраниться на всякий случай. Save game. Да, override. Phoenix Wright. It's your fucking hamburgers, Apple. Окей. Не знаю, кто ведь вообще поймет эту отсылку. Это я не уровни говорю там. О, я элита, я знаю там, откуда это. Нет, это именно... Я сказал это аутизм. Кто ведь вообще понимает, о чем я сейчас? Даже не пытайся. Ау. Что интересно, у них на спине вот этот вот символ клана есть. Плиз. Что это за место? Ящик. Я так понимаю... О, фак, чуть в воду не спрыгнул. Куда нам... А, все, я понял. Я помню этот момент. Опять же, так хреново, что камерой нельзя управлять. Ну, что поделать. Ну, реально обидно. Блин, игра была бы намного лучше с этим. Фак. Вейт. А, да, нам надо будет потом скинуть оттуда еще это, я так понимаю. Вроде бы. О, фак. А что вон там, секретик? Вроде бы. А, черт его знает. Во всяком случае, мы пока что туда допрыгнуть не можем, это 100%. Представьте, если бы еще камеры можно было. О! Это, кстати, прикольно, что он есть анимация для промаха. Это реально классно. Плиз. Найс. Он не просто я, да, треугольник нажал, и я там промахнулся. Точнее, не промахнулся, а кинул, да? Нет, он именно так раз пытается пронзить и промахивается. Это классно. О, эти лаги. Плиз. О, это было близко. А я не думаю, что мы сможем допрыгнуть здесь. А, здесь вот как раз, когда улучшение будет. Да, мне кажется, нам здесь в любом случае нужно будет помирать. А может и нет. О, я молодец. Это так далеко. Фу. Ну, мы, конечно, еще будем возвращаться в тот мир. Это что? Мы будем еще возвращаться в тот мир и, конечно же, передвигаться через воду и так далее. Потому что в потустороннем мире она как воздух. Прощай! Я не знаю, зачем я это сделал. Я мог его просто проткнуть. Так веселее. Давай. Мое. Найс. Окей. А вообще когда-нибудь все-таки объясняется, что... О, боже. Что... Дождь что-то не действует на Райзеле. Даже это все-таки странно. Это все та же вода. Как бы, почему ему норма?
Найс, атака. И второго теперь побить, чтобы он не мешал есть душу. Плиз. Найс, окей. И теперь ты. Поехали. И мое. Very, very nice. Хотя, конечно, я не знаю, просто моделька из дримкастовской версии, она мне как-то меньше нравится. Она какая-то более синяя, и вот даже вот когда так делаешь, у него глаза отличаются, он более синий. Не знаю, мне PlayStation версия... Блин, я сейчас просто посмотрел на... Мне PlayStation версия намного больше нравится. Я просто посмотрел сейчас на модельку персонажа, и черт побери, какая же у меня ностальгия от этого. Очень классно было на PlayStation в это играть. Даже учитывая этот жуткий... Фреймрейт. О, всегда так делал. Так классно. Кто-нибудь? Ау! Каин! Выходи. А, да. Это вот первая головоломка. Кстати, я не помню, тут мертвый хрен. Он вроде в другом мире, его дух где-то здесь бродит, что ли? Но через это мы сможем пройти только когда... видите, только когда мы в другом мире. Эти вот штуки, они выдвигаются в другом мире. То здесь нам нужно в любом случае в тот мир возвращаться, насколько я помню. Я просто еще осматриваюсь, мало ли. Да, окей. Let's go, boys! Beware, Raziel. These wraiths are vampire spirits. Fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. Okay. Так, где он? Кстати, вот это я не могу взять, потому что он в другом мире находится. А где труп-то? Эй, хрен! Иди сюда! Фэггот! Ты идешь или как? Кажется, он идет. Плиз. Иди сюда. God damn it. Бобби. Я ничего не вижу, окей. Ау, ау. Но, перестань. Окей. О боже, этот звук. Что происходит? Алло? Этого не должно... У меня геймпад отключился или... Или в чем проблема? Excuse me? Что происходит? Окей, продолжаем. Я полагаю, мне пришлось до сюда снова бежать. Я не знаю, что это был за баг. И почему-то у меня такое ощущение, что он у меня уже раньше был. Даже на PlayStation, вроде бы. Не знаю, почему-то он кажется мне каким-то знакомым. Что-то я уже с таким встречался, мне кажется. Не знаю, в чем суть, но надеюсь, оно не повторится. Надеюсь, здесь мы не застрянем. Тогда прощай, Legacy of Kain Let's Play. Я не знаю, что произошло. Но... Как есть. А, плиз. А! Я вот боюсь, не знаю, если он меня еще раз атакует, снова зависнет. Ну, не зависнет, опять этот баг будет. Ну, во всяком случае, он нас снова атаковал. Окей, пока идем. Эх, не знаю, что это было. Фак, goddammit. И вообще, блин, в эмуляторе есть опция сохранения быстрого. И надо бы мне этим пользоваться, с этими слотами. Но я не помню кнопок, в следующий раз запомню. Окей. Окей, теперь мы потихонечку. В этой игре тяжело передвигаться. Окей. Это нам надо. Хап-хап. И, к счастью, мы можем их переворачивать. Это, кстати, очень классная вещь, то, что... Казалось бы, да, в любой другой игре так добрался... что же мне теперь делать? Да вот что. Здесь вообще-то логика присутствует. Это мне очень нравится. И теперь назад. Если только еще анимации были побыстрее. Да, они классные, все такое, но... Эх, побыстрее, Резель.
Так, вроде бы здесь ничего нет, верно? В всяком случае, я не помню, что здесь что-то было. Так, здесь вот опять головоломка внизу будет. Это я помню. Прекрасно. Так, головоломка еще не началась, я уже запутался. Что это нам дает? Я не помню. Так, здесь нам надо будет сейчас подраться немного. Это мое. К сожалению, я одного из них оживил, но это ерунда. Я не помню, этот хрен с синим свечением чем-то отличается или нет. Оп. А! Заложите на другого приз. Спасибо. И поехали. Так, побыстрее, побыстрее душу освобождай. Найс, теперь он умрет. Другое дело. Так, теперь ты, фэгот. А! Близко, молодец. А! Но недостаточно хорошо. Ау. И протыкаем. Как эта штука протыкает, тоже не в курсе. Хотя, наверное, это логично, учитывая то, что это все-таки вампиры, верно? Это может быть осиновая палка какая-то. Теперь я вот так думаю, может быть, действительно имеет смысл. Окей, нам здесь блок нужен тоже. Где же мы его возьмем-то? Ага! Вот где. Не помню, правда, что это закрывает, открывает. Окей, значит ничего. Так, теперь нам этот блок нужно передвинуть. Вы слышите это? Я ведь не один аутист, кто это слышит. А, еп, окей. Вылез из земли. Правда, не понимаю, как он из камня вылез. Стрёмно какой-то звук был, я так... what the fuck? That's mine now! Анимация все-таки очень хорошая в этой игре. Да, пофиг на палку. Ну вот это, конечно, не объясняет, как эти палки втыкаются в камень, но ладно, хрен с ним. Так, нам в любом случае эту штуку вниз надо отправлять, так что... Простите. Да, нам так надо. И столкнуть вниз. Даже на вот эти вот маленькие хрена мы не можем почему-то закидывать, что странно. Здесь вот логика, конечно, несколько отсутствует. О! Фак! А! Не надо было выкидывать! Гаддэм. Ау. За палкой надо возвращаться. Где она? Вот она. Эй, факбой! Ау! Мне показалось, это какой-то другой враг. Он настолько красным был из-за крови, что я подумал, что это кто-то другой. Приз. Знаете что? Палку мы оставим где-нибудь внизу, желательно. Чтобы больше не нарываться на этих фэгатов. Точнее, не чтобы больше не нарываться, а чтобы, если мы нарвались, мы могли дать им отпор. Так что... Наверное, рыцарь смог бы работать грузчиком. Удобно такие когти иметь. Хотя, конечно... Повреждать имущество тоже нехорошо. Да. Найс. Теперь еще немножко подтащим. И наверх. Ну это даже не головоломка, это просто. Перетащи-ка вот этот блок куда надо. Вот и все. Окей. Было бы классно, если бы ремейк какой-нибудь сделали или новую игру. Ну, я сомневаюсь, конечно. Хотя у меня еще Soul River 2 там остается. Я в него не играл никогда. Плюс я никогда не проходил Legacy of Kain Defiance. Плюс я никогда Blood Omen, собственно, не проходил тоже. Да я и Soul River, вот этот, вот эту игру, я тоже никогда до конца не проходил. Что обидно. Так, что теперь? Что нам это дает? Я не помню. Открыли мы ворота. А? Кто-то жив? Окей, неважно. По идее, теперь мы сможем... Если...
По идее, нам в любом случае надо в этот мир перейти. Вроде бы. Я не уверен. Конечно, мне нравится, что они в воздухе остаются после этого. Так, давайте проверим. Вроде... мне кажется, я понял. Да, мне кажется, я понял. Я понял. Фак, если бы я еще не упал. Кстати, говоря о падении. Я почти ангел, и мне нужно питаться душами. Хотя, Резель ни хрена не ангел. Если уж кто уж падший, так это вампир, верно? Хорошо, что здесь можно этот прыжок сделать, а то по этой хрени ходить, как в стиле Dark Souls, блин. С не очень хорошим управлением и так далее. Я не скажу, что он плохой, просто этот фреймрейт, он как бы... Не очень хороший. Видите, вот эта штука не будет в этом мире двигаться, поэтому мы можем спокойно сделать вот так. Нужно ли нам... да. Я помню это место! Я помню, я мучился. Это головоломка, и она дурацкая. Я наверняка застряну здесь. Окей. Ну что у нас здесь? Бэт. Ну, может, она и не дурацкая. Я не помню. Хап-хап. Wait, what? Да, точно. Но, get out! Да. Пошел отсюда. Еп. Найс, это есть. Теперь это нам нужно перевернуть каким-то образом. Чтобы сюда запихнуть. Как это делается? Я не знаю. Но это нужно сделать. Я не уверен, вроде бы мы можем. Так, как-то это нужно перевернуть. Вот опять я застрял. Прямо как в детстве. Я не помню, как эта головоломка решается. Потому что я не могу просто взять туда и запихнуть. Она должна быть определенной стороной перевернута. Мне кажется, я вспомнил. Нам нужно взять вот это. В теории. И воспользоваться этой штукой для того, чтобы перевернуть вот это. Насколько я помню. Да, с помощью этой штуки мы можем вращать. Точно. Так. Мои мозги. Так, нам точно вот это не надо переворачивать, потому что оно уже как надо. Давайте оттащим куда-нибудь на середину, чтобы было удобнее. Окей. Так, как нам лучше перевернуть? Мозги. Так, теперь оно хотя бы почти как надо. Но теперь нам нужно перевернуть ее. Мои мозги. Боже! Бейте меня, пожалуйста. Что я такой тупой-то? Так, теперь можем столкнуть. Это почти как надо, только не совсем. Как там? Я, наверное, очень тупой человек. Нам нужно столкнуть по-другому. Все, я понял. Отстань! Тупой факел! Да, нам нужно столкнуть в другую сторону просто. Таким вот образом. Боже! Так, и теперь... Теперь мы можем сделать, по идее... вот так. И... Вот так. Не? Все. Не. Стойте. Чё ж я так туплю-то, а?
Такая простейшая головоломка. С детства я не поумнел. Класс. Хорошо это осознавать. Я тупой. То есть я не могу вообще наперед мыслить. Но мы, кстати, это почти сделали. Теперь просто... Если мы столкнем... Wait. Да, если мы столкнем вот так, оно ведь перевернется, нет? Нет. А, все, я понял. Я... Спокойно, спокойно, я понял. Я понял, что надо делать. Спокойно, расслабьтесь. Можете не писать комментарии. Ну, уж пишите. Активность. Окей. Вуу! Наконец-то. Туплю, туплю. Бывает. Слишком часто бывает. Окей, окей, столкнул. В детстве я точно так же с этой колобкой мучился. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Но головоломка на самом деле классная. Просто я тупой. Окей. Наконец-то. О, мучение. Опять же, тупо, учитывая то, что в том мире он мог просто через эту решетку пройти, на самом деле. Или мы эту способность просто потом получаем, я не помню. А, wait, у нас же вроде железная штучка была здесь, нет? Видно, нет. Значит, факел. Хрен с ним. Знаете что? Ха! Клиффхенгер! Будете смотреть следующий эпизод, фейки-то. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. И, да, до встречи.